Резонансное уголовное дело, связанное с избиением заключенного в первой колонии Ярославля, прогремело на всю Россию. Им заинтересовались даже зарубежные журналисты. Также стало известно, что областную столицу ждет череда проверок. Из Москвы к нам едут сотрудники следкома. В городе работает группа представителей Федеральной службы исполнения наказаний. Свою проверку инициировала региональная прокуратура. Между тем, официальный комментарий пока озвучивает только областное управление Следственного комитета. По информации оттуда, шестерых сотрудников УФСИН задержали. В ближайшее время в суд направят ходатайство об их аресте. Именно эта группа представителей УФСИН, по версии следствия, год назад в первой колонии Ярославля избила заключенного Евгения Макарова. Проведены обыски и выемки документации на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям, бездействию, руководству исправительной колонии и ответственных должностных лиц УФСИН России по Ярославской области. Кроме того, стало известно, что адвокат избитого заключенного Евгения Макарова, обнародовавшая скандальное видео, спешно покинула Россию. Ирина Бирюкова написала заявление на имя руководителя следкома Александра Бастрыкина с просьбой о защите.